Всем привет, с вами Трек. Сегодня я сделаю обзор на Filmora 8, как скачать и как пользоваться. Ссылка будет на этих диски, так что открываем. Выбираем русский. И дальше, когда у нас это все погрузилось, мы нажимаем «Я почитал», мы нажимаем английский и продолжаем. Это когда мы будем устанавливать, выбирайте, где у вас сегодня. Дальше у нас идет установка, она довольно недолгая. Я раньше делал обзор на Filmora, была 7-я версия, 6-я. Теперь вышла новая, сейчас самая последняя, лицензионная. Вот, ребята, у нас почти все установилось. Дальше будем нажимать сюда. Так, и дальше смотрите, что надо сделать. Нажимаем сюда, и нам надо включить режим полета, чтобы у нас не был подключен интернет. И просто включаем его. Дальше жмем запустить. И вот, ребят, у нас это все установилось. И дальше идем сюда. У нас запустилось вот такое большое окно, и дальше здесь ищем вкладочку «Регистрация», «Зарегистрировать». И дальше спускаемся, которое останется в описании, копируем любой ключ и делаем рандомный email. Ну, то, что я тут и сделал. Писал рандомный email и вставил рандомный ключ. Дальше регистрируем и спокойно пользуемся. Здесь есть все, что есть текст, есть переходы, есть фильтры. Ну что хочешь, можно даже прокачивать, даже необычно. И также здесь есть музыка, но я вам не советую не пользоваться. Также здесь очень большой выбор. Перетаскиваем сюда файл, с ним можно все, что хочешь сделать. Можно менять цвет, можно редактировать по-разному и тоже менять аудио. Даже если у вас нет микрофона, можно просто убрать его шум и вот так. Здесь такой средний вариант, но ему надо быстро сойдет. Также здесь есть вкладочку YouTube. Просто входим в свой YouTube и просто называем. Это в два раза облегчает работу. И также здесь выбираем любой формат, кто хочет. Здесь максимум, если не ошибаюсь, максимум здесь 4К. И дальше жмем экспорт, и экспортируется довольно быстро. И вот, ребят, у нас тут экспортировалось видео, все показывается покадрово, все экспортируется. Ну, на этом был трек, если что, еще можно сохранять, как будет делать, и ставить, какой будет он на там. Ну ладно, ребят, с вами был трек, увидимся в следующем ролике.